Друзья, всех приветствую на моем канале, добро пожаловать! Сегодня рассмотрим такой вопрос, как уберечь iPhone с операционной системой iOS 14 от полной разрядки. Пожалуй, этот самый актуальный вопрос для всех пользователей техники Apple, так как аккумулятор желает быть лучше. И сегодня мы разберемся, как это сделать автоматически, чтобы ваш iPhone полностью не разрядился и был всегда доступный в нужный вам момент. Ребята, буду благодарен, если подпишитесь на мой канал, оцените видео лайком, досмотрите это видео до конца. Ну что же, если вы готовы, тогда поехали! Итак, в этом видео мы разберемся, как включить режим энергосбережения автоматически на iPhone с операционной системой iOS 14. Ребята, для того, чтобы включить режим энергосбережения автоматически, ищем на вашем iPhone приложение «Команды». Если нет такого приложения, тогда заходим в App Store, переходим в поиск, в поисковой строке пишем приложение «Команды». Скачиваем это приложение и открываем его. После этого переходим на вкладочку «Автоматизация». Здесь выбираем плюсик и нажимаем «Создать автоматизацию для себя». Дальше выбираем условия. Нас интересует уровень заряда. Нажимаем на него. Дальше выставляем уровень заряда, при котором будет срабатывать режим энергосбережения, то есть он будет включаться автоматически. Я рекомендую установить, когда уровень заряда будет опускаться ниже 50%. После этого нажимаем «Далее». Дальше выбираем «Добавить действие». Здесь в поисковой строке пишем «Энергосбережение». Вот, включить-выключить режим энергосбережения. Выбираем его. Дальше мы, соответственно, должны включить режим энергосбережения. После этого нажимаем «Далее». Дальше спрашивает до запуска, соответственно, этот переключатель нужно перевести в неактивное положение. Нажимаем «Не спрашивать». После этого нажимаем «Готово». И таким образом мы включили автоматическое включение режима энергосбережения на вашем iPhone. Друзья, я уверен, что единственной проблемой, с которой вы столкнетесь, так это появление уведомления от быстрых команд вот такого типа. Заряд аккумулятора на iPhone поднялся выше 80% или заряд аккумулятора опустился ниже 50% и была включена функция энергосбережения. Чтобы избавиться от таких уведомлений, все очень просто. Для этого нужно зайти в настройки. Здесь ищем экранное время. Дальше нажимаем всю активность и ищем раздел уведомления. Вот сегодня у меня были уведомления от приложения команды. Если у вас нет таких уведомлений, например, вот у меня не было никаких уведомлений, посмотрите по дням, когда у вас хоть раз появлялось уведомление от приложения команды. Например, сегодня заходим сюда и выключаем этот переключатель, переводим его в неактивное положение. И таким образом вы не увидите уведомления от приложения команд, но ваше устройство будет автоматически переключено в режим энергосбережения. И тем самым вы сможете уберечь свой iPhone с операционной системой iOS 14 от полной разрядки. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Есть вопросы, пишите в комментариях. Всем удачи и пока-пока!